Взаимные обвинения в протекционизме с давних пор омрачают отношения между Бразилией и Европейским Союзом. Именно поэтому главная задача 6-го саммита ЕС-Бразилия, который открылся в бразильской столице, пути улучшения торговых связей. Следует отметить, что в Бразилии присутствует большое количество европейских компаний, которые помогают нам поддерживать экономический рост и создают рабочие места, заявила президент страны Дильма Русеф. Мы рассматриваем отношения между Бразилией и Европейским Союзом как стратегические. Между тем, ЕС утверждает, что Бразилия устанавливает барьеры для экспорта европейских автомобилей и высокотехнологичного оборудования, вопреки договоренностям в рамках Большой Двадцатки. В свою очередь, Бразилия заявляет, что европейцы должны прекратить субсидирование своей сельхозпродукции. Объем экспорта как бразильских, так и европейских товаров позапрошлым году составил почти 40 миллиардов евро. 30% экспорта осуществляется из Германии, 13% из Франции, 12% из Италии. В структуре экспортных поставок из ЕС в Бразилию преобладают промышленные изделия, автомобили, оборудование и технологии. Существующие разногласия тормозят достижение соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и странами Меркосур, где на Бразилию приходится 70% ВВП. Переговоры тянутся уже 12 лет.